маска, и жалко выбрасывать, поэтому в ход идут такие небольшие вот полотна, которые можно потом подарить друзьям подарок. И в принципе, собственно говоря, почему бы не доиспользовать. Поэтому можно как бы сливать все краски, что есть. Вот. То есть все краски, что есть. И можно пробовать свои эксперименты. Вот. Иногда получается очень что-то интересное, яркое. Вот. Я поэтому не люблю экспериментировать. Мне жаль выбрасывать. Кстати, все вот эти, когда краски стекают, значит, дно этого алюминия из фольги контейнера, оно получается очень красивым. Таким прямо, ну, как сама картина. И думаешь, вот, ты так старался, рисовала, тут оно само по себе получилось так, как, ну, и даже не предполагал. Вот. Поэтому я солью все краски, что у меня остались. Вот. И потом уже я смогу выбросить все контейнеры. Так, это моя кошка Соня уже просится на улицу, а я тут, так сказать, разрисовалась. Ну что ж поделаешь, ну хочется немножко отвлечься после довольно занятого рабочего дня. Вот, много работы было, поэтому, как говорится, что тут у нас еще осталось белого немножко, ладно. Вот, собственно говоря, у нас вот такая получилась как бы билиберда. Мы просто немножечко вот так. И теперь я просто попробую использовать свою любимую спиральку. Вот. Такая спиралька. Угу. Вот. Вот интересно, да, вообще вот это использовать. И можно уже, так сказать, чтобы растекалось. Интересно, какие краски здесь откроются. Сейчас доминирует зеленый, но может откроется и другие. Вот, нам нужно на углы. Все равно уже не жалко. Это уже последние капли красок. Вот. То есть уже мне и не жалко, даже если... А вот смотрите, как интересно получается. Видите, как агат, что-то вот такое, как агат. Поэтому стоило смешать все остатки. Вот, стоило смешать как остатки. Вот, мы делаем агат, полудрагоценные камни. Вот как красиво у нас получается, да? Вот здесь у нас немножечко, может, у нас еще что-то выкопает. Иногда не, а вот что-то капает, капай, 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 да? Вот. Капай, 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 давай. Делай свое дело. Вот. В принципе, смотрите, вот как красиво у нас получилось. О, видите? Вот что из остатков красок получилось. Что-то под агат. Если мы хотим, чтобы получились еще клеточки, можно подогреть чуть-чуть, клетки откроются. Вот сейчас нет, я поставлю сюда. Вот. Поставлю сюда. Вот уже даже появляются эти пятнышки, светлые клеточки. Так, Соня, сейчас я тебя выпущу на улицу. Не вздумай забраться на стол, где у меня краски, в мою студию. Иногда она так делает. Конечно, ей любопытно, чем занимается ее хозяйка. Может, она считает себя моей хозяйкой, я не знаю. Вот, я вот не знаю, открывать нам чуть-чуть клетки или не открывать, потому что довольно красиво получается. Ну, посмотрим, проэкспериментируем. Вот сразу чуть-чуть уже и сразу
клетки пошли. Может оставить так. Я хочу это вот здесь можно немножечко. Вот, пожалуй, я не буду больше греть. Вот, теперь можно вам показать. Практически вот что из остатков получилось. Вот какие это еще немножко проявятся, эти пятнышки. Вот вам, как говорится, ни одна капля красок не ушла в мусорное ведро. Здесь мы все вот это подкрасим, вот как края. Это не так важно сейчас. Потом можно это все доработать. Просто покрасить черный цвет, сделать как-то презентабельно. Сейчас эта роль не играет. Все равно еще будет немножко течь. Вот, поэтому на данном этапе, при том, что так было, остатков было не так уж много, все-таки у нас получилось, смотрите, как красиво, да? Вот, то есть я считаю, что мы выполнили довольно-таки хорошую работу. Ну все, оставим, пусть сохнет. Вот, мне не хочется терять, чтобы она полностью потеряла вид. Пусть сохнет. Видите, какие переливы. Немножко свет отражает. Потом я сниму и как бы покажу вам как окончательный вариант, что у нас случилось с окончательным вариантом. Всем большое спасибо, кто просматривал. До свидания.